Поздравлять с Днем защитников Отечества уже начинают и ветеранов. Сегодня участников боевых действий и тружеников тыла собрал на прием временно исполняющий полномочия Владимир Елистратов. Эдуард Алексеевич, почетный ветеран завода ЧТЗ, 48 лет проработал на предприятии и вот уже больше 10 лет в Совете ветеранов Челябинского тракторного. До сих пор занимается общественной деятельностью. Успел побывать и на войне, в 45-м совсем мальчишкой. В 10 лет получил звание ефрейтора, однажды спас гвардейскую минометную бригаду. Однажды я пошел также к разведчикам поздно вечером, уже темно было в лесу, а сбоку длинный такой склад стоял боеприпасов. Смотрю, в стороне-то немцы возятся. Я потихоньку за деревьями прибегаю. Товарищ полковник, там немцы взломать хотят склад. Он быстро команду дает, группу автоматчиков туда. Схватили их и все. Во дворце смена собирает ветеранов труда ЧТЗ, тружеников тыла, участников боевых действий, офицеров, представителей казачества и общественных организаций, кадетов. Все жители Тракторозаводского района с праздником защитника Отечества их поздравил временно исполняющий полномочия главы Челябинска Владимир Елистратов. Всех вас поздравляю с этим праздником. От всей души желаю вам здоровья, долгих лет жизни, а вашим близким удачи. Для гостей праздника состоялся концерт челябинских артистов. В конце вручили тематические подарки, свертки с сухпайком.